Всем привет! Очень давно я не показывал вам свои грядки. Было очень много работы. Только показывал вам свои парнички и высадку гигантской тыквы. А огород, в принципе, я и не показывал вам. Вот сегодня 11 июня. Посмотрите, кто помнит мой парник. Пленку я уже убрал. И тут вот такие уже большие помидоры, которые я показывал. Рассада была низенькая. Уже вон, посмотрите, есть кисточки. И они очень обильно цветут. Уже и подвязанные. А этот рядок еще не подвязал первый. Помните капусту, которую я показывал? Вот она уже какая. Уже большие головы. Давно уже едим. Вот, посмотрите. Вот тот укроп, который был. Салат уже никому не нужен. Высох. Кабачки, горох. Тут, где был редис, уже посадили укроп второй раз. И еще капустка. Ну и для сравнения... Вот, смотрите, это помидоры такие большие в парнике. А помните, тут была рассада, просто которую я садил 15-20 марта. Точно дату не помню. Вот она, эти помидоры. Уже надо их подвязывать. Вот, смотрите, низкорослый сорт. Это высокорослый. Уже есть даже плодики. Вот они. Бурьян, конечно, в нем. Вы спрашиваете, как мы все успеваем. Ничего мы не успеваем. Вот в помидорах бурьян. Сейчас пройдусь по огороду и покажу вам краткий обзор огорода. Вот эта рассада. Помните тот парник, который был с рассадой основных томатов? Вот, смотрите, я вам показываю. Площадь туда на низ идет. Это все томаты. Ну, как вы видите, сорта. Здесь посажено 160 сортов. Вот, смотрите, один рядом. Вот такой. Там туда такой пошел. Можно посмотреть. Каждого сорта, ну, в среднем по 10 кустиков. Супер крутых сортов, которые мне нравятся. По 20, по 25 кустиков есть. И еще у нас есть такие сорта, которые мы размножаем от 2 до 5 кустиков. Всего лишь посажено. Они на размножении. Но семена в продаже будут на осень. С этой стороны у нас хризантема мультифлора. Тоже еще, видите, междурядья прополоны. В рядках не пололи. Я пройдусь по огороду, сейчас покажу вам. Кому интересно, смотрите. Это лук с чесночком. Посажен в ноябре, а зимой лук. Вот идут все томаты. Здесь до 3000 кустов у нас посажено. Вот чесночок. Это стоит у нас ванна. Сюда наливаем воду. Когда высаживали рассаду, с нее брали и поливали. И вон, видите, поливалочки. Это сегодня поливаю томаты. Сейчас обед, жарко, я не поливаю. А вот капуста. Это с открытого грунта. Я показывал вам только что в начале капусту в парнике, которая была под пленкой. Там уже едим головы. А здесь, смотрите, вот на фоне руки только формируются головки. Баклажанчики. Перец цветет. Здесь тоже куча сортов, по 10 кустиков каждого. И вон там баклажанчики. Опять идут томаты. Давайте так, напишите в комментариях, хотите вы смотреть обзоры. Я могу так раз или два раза в неделю выходить и снимать вам огород, показывать. Если вам интересно, буду показывать. Вот, кстати, томат сорт
пестрый, у которого полосатые листья. Не знаю, оно передается на камеру, видно. Эти помидоры тоже, видите, не пропололи еще. Я говорю, мы все не успеваем. Томатная грядка пошла туда. Это огурчики из стаканчиков, которые мы тоже выращивали в стаканчиках, в парничке. Сейчас высадили. Вот уже есть плоды. Ну, с утра они были собраны. Кабачки из стаканчиков. Покажу. Это из стаканчиков. А сейчас пройдемся по огороду. Дальше я покажу, которые были посажены в открытый грунт. И сравним. Стаканчиков и открытый грунт. Здесь укроп, редиска, бурячок. Тоже бурячок. Капуста, кольраби, цветная, брокколи, морковка, свекла, красная винегретная, это кормовая для кроликов. Уже видите, какая большая. Хочу показать вам еще. Вот мамардика зашла. Уже надо будет ставить опоры на следующей неделе, подвязывать. Хочу еще показать вам трихозанта. Вот трихозант тоже взошел. Есть в наличии, будет 4 сорта. И лагинария. Это лагинария. Кстати, вот даже этикеточка. Это оригинальные семена из Германии. Это все грядка большая такая. С лагинарией. Тоже надо ставить на них опоры и подвязывать. Здесь тоже мамардика. Очень много посадил этого мамардика, трихозанта. А вот дыни. Идут. Ну, туда грядка пошла с дынями. Арбузы. Тут же тоже. Это огурцы. Китайские сорта длинноплодные тут всякие. Картофель. Это 41-вка, сверхранний сорт. Кстати, колорады. Надо уже брызгать. Дыни со стаканчиков, смотрите, цветут уже. Будут намного раньше вот этих дынь. Это кабачки, которые высажены в открытый грунт. Если стаканчиков уже плоды, мы едим много, то тут только, вот смотрите, только-только завязывается. А много позже будут. Кстати, кабачки в этом году есть новинки крутые. Буду показывать, обзоры снимать. Кукуруза. Тоже новые сорта с Америки. Все будет в процессе. Я вам покажу. Поздняя капуста. И доходим мы до гигантской тыквы. Помните, кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Я показывал, когда высаживал ее со стаканчика. Вот она уже какая выросла. Вот они все. Эти гигантские дыни. Тыквы. Ну и новые сорта амарантов. Пробуем, на пробу посадил. Недавно только спололи бурьян, поэтому пока грядка некрасивая, но оно все вытахнет. Будет все четко. Видите? Амаранты. Ну, это тоже буду снимать, когда будут уже ихние метелки разноцветные, классные. Посадил черную сою. Очень классная. Говорят, что лечебная, но я ее еще не изучал полностью. Из этой сои делают кофе.
кофейный напиток. Очень классный. Потом поделюсь рецептом. И здесь еще много, сюда пошло много интересных сортов тыкв. Как декоративных, так и те, что можно кушать. Ну и там разная кукуруза. Вот, покажу это все. Такой вот большой огород. Я так пробежался на сегодня по интересным местам. Показал вам. И вот смотрите, если вам интересно такие обзоры, чтобы я ходил, показывал, как что подросло, что там появилось, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть такие видео. А то как-то подписчиков вроде на канале немало, уже больше 3000, а просмотров что-то вы не смотрите, не комментируете, не лайкаете. Поэтому напишите, интересно вам будет смотреть. Если да, то я буду снимать такие видео. Если вам не интересно, то что я буду впустую ходить и снимать. Поддержите мой канал лайком. И всем пока. До новых встреч.